Всем привет, я Мариша. В сегодняшнем видео у нас два мастер-класса. Первый мастер-класс – маленькие бантики из принтованной эко-кожи. Второй мастер-класс – большие подарочные бантики с планером LOL 6 см. Первые наши украшения будут состоять из принтованной эко-кожи, эко-кожа с мелким глиттером, эко-кожа с крупным глиттером и в качестве основы у нас фетр. В качестве вспомогательных инструментов у нас три вида шаблонов. Вот такой шаблон, длина которого 13 сантиметров. Длина второго шаблона 13,5 сантиметров. Ну и размер основы у нас 9 сантиметров. Также я использую два вида клея. Два вида ножниц, кухонные и маникюрные, шариковая ручка и зажигалка. Начнем мы с основы. Переведем с помощью ручки шаблон и уплотним фетром. Основу, наклеенную на фетре, откладываем в сторону и дадим ей высохнуть в течение 20 минут. Тем временем займемся бантом. Для пары бантиков нам понадобится всего одна заготовка шаблона трезубец. С принтованной кожей немного сложнее. Для этого нужно разместить шаблон так, чтобы максимально выгодно выделить принт. Все элементы подготовлены, теперь приступим к сборке.
Для второй пары наших украшений мы используем лазерный фоамиран 2 мм, лаковую эко-кожу, мягкую эко-кожу перламутровую, розовый мрамор и укрепляем основу фетром. В качестве декора используем патч в виде сердечка, крылья и планер в виде лол, крупный планер 6 сантиметров. Вспомогательные инструменты, пластиковые и металлические шаблоны. Основу мы делаем из мраморной эко-кожи, переносим шаблон по изнаночной стороне. Заготовку уплотняем фетром. А вот при работе с лаковой эко-кожей или лазерным фоамираном контур шаблона мы выводим по лицевой стороне. Я это делаю с помощью маникюрных ножниц. Для чего мы разрезаем заготовку вот этого шаблона напополам? Для того, чтобы нижний край и с одной, и с другой стороны был волнистый. Что касается крыльев, можно использовать планер и патчи без добавления лаковых крыльев. Но если вы используете лаковые крылья, то приклеить их нужно, чуть-чуть приподняв вверх, параллельно краю предыдущей заготовки. В основном бантик наш уже готов, но так как планер у нас довольно-таки большой, размер планера на 6 сантиметров, я предлагаю сзади его укрепить с помощью ленты. Я воспользуюсь лентой Handmade. Эта лента не атласная, это сатиновая, она намного
плотнее, чем простая атласная лента. Такую ленту я заказывала на Алиэкспресс. Если кому интересно, будет ссылочка в описании. И проклеиваю вдоль всего планера. Вот это да, мастер-классы пошли. Уроки труда, 3 класс. Тема аппликация, да? Ровно или ровно. Нарисовали, вырезали, приклеили. Нарисовали, вырезали, приклеили. Раз, два и бантик. Или так. О, красота.